маленькая девочка. Проеду. Привет из солнечного города Сочи. Как всегда, с вами Арина. Привет из Лазаревского. И Черное море. И прекрасное настроение. Друзья, джипинг уже катается вовсю. Немножко прошел дождик. Сегодня какое у нас число? С дочкой едем в город. 29-е. Потому что меня сегодня люди записывались на 30-е и 31-е. Я вспомнила, что сегодня 29-е. Так, ну, в общем, сегодня 29-е, друзья, августа. Августа уже, августа. А то бывает еще неправильно скажу сентября или июля там, да? Вот, и у нас наконец-то хоть немножко стал проходить дождик. Вот, и сегодня, ну, где-то сколько? Минут 20 был небольшой дождик, да? С утра. Мы сейчас едем сколько времени? 10-11. Так, джипинги, подождите. Я еще, друзья, еду тихонько. Знаете почему? Потому что я не заправляла давно баллон газовый. Я сгрузила маленький баллончик. Напоминаю, что у меня баллоны газовые стоят на воду, на колонку. Он гайцы стоят. И на плиту газовую. О, как тут у них. А как я проеду? Не проеду. Я не вижу ничего там. Друзья, немножко приостановила съемку, потому что не знаю, что происходит. Сегодня гайцы стоят прямо при спуске к Маринке и останавливают. Остановили 3 или 4 автомобиля. Я там немножко так пролезла как-то. 2 гайца стоят, прям вдвоем останавливают. Кстати, мы вчера ездили с дочкой. Проедем, ладно, через колораж. С якорной когда? Подождите, мальчики, женщина едет. А вот, и тоже стояли. В одном или в двух местах стояли. Тоже останавливали. Дочка говорит, что такое? Может, рейд какой-то у них, говорит. Может, какое-то сообщение было. Кого-то ищут. Ну, не знаем, в общем. Что это такое? Может, 1 сентября, я не знаю. И сейчас тоже. Но с гор, когда спускаются, понимаете, кавказцы едут полупьяные. Да и русские тоже. Не только, да? И они как бы стоят и останавливают, проверяют. Но они еще останавливали, кто со стороны Сочи ехал. То есть один стоял так, другой стоял при спуске на Маринку. С Маринки, точнее. Вот. И, друзья, в общем, пришло время заправить баллон. Значит, у меня... Маленький баллон 25 стоит на колонку купаться. А большой баллон, естественно, я его не брала сейчас. Он у меня тоже пустой, он стоит у меня на плиту газовую. Знаете, прекрасно, что у нас здесь очень мало мест в горах, где есть газ. Вообще практически я даже очень мало. Я не знаю, по пальцам можно прочитать. И, естественно, у меня нету ни газа, ни отопления. И еще у нас скоро будет с вами очень интересное видео. Соседка поговорила, девочка кашляла. Ну и я тоже что-то подкашливаю, дочка, это все мы от кондиционеров. В общем, лекарство одно мне посоветовали, таблеточки. Как оно называется, Кристина? Я тебе фотку отправляла. Амбраксол, что ли? А вот... А у меня еще на этот случай есть чай от кашля, травяной, кавказский сбор как раз. Я завариваю. И вот таблеточки посоветую. Я ей тоже ей отсыпала и чай, и таблеточки дала. А она мне за это дала ценную информацию. Видите, как мы тут живем? Вот так вот, как раньше, да, в былые времена, бартером. Я одно, она другое. Вот так вот мы здесь, вот тут многие так работают, кстати. И вообще дела ведут свои. А вот у меня, у подружки, муж автосервис держит.
И он практически вот делает все бесплатно, представляете, всем. Такой мастер хороший. Ой, заглазилась. Катается в багажнике баллон, маленький сейчас взяла. И он делает бесплатно. Я говорю, а как это? Ну, давай, выезжай, Мерседес, давай. Я пропущу. А вот. А она говорит, а потому что, говорит, все бартером. Ну, очень платят только приезжие, говорит, в основном. Кто не местные. Ну, даже кто не из Лазаревского, может, там где-то Головинка и так далее, Сочи приезжают. Ну, или вообще проездом, да. Она говорит, а потому что бартером, говорит. Он машину делает, а ему там врач-стоматолог зубы всей семьи лечит, к примеру. Или в аквапарке кто-то работает, там всей семьей они все лето ходят. А это очень огромные деньги у нас везде. Подожди. Вот. Ну, то есть, вот такая история, представляете? И она мне сказала, моя соседка. Я говорю, а чем вы отапливаетесь? Я говорю, у меня, говорю, и печка, у меня и газовые баллоны, у меня и что у меня? А, и конвекторы я покупала. Я одно время эту тему очень сильно пробивала, потому что у меня не было таких проблем. Дача есть в Подмосковье, но там мы не ездим туда на нее зимой, потому что там снега очень много. Ну, на летнее. Вот. И, ну, там просто газовый баллон на плиту стоит, и все, на даче. А вот как отапливаться, ну, эти масляные обогреватели, но они очень-очень дорого. Здесь свет, друзья, вода не так. Вода 40, свет 7,50, очень дорого. Просто, понимаете, у меня вода, я вообще смеюсь. Значит, мусорка у меня 250 человек, я одна живу, да, ну, за себя одну плачу. Когда вчетвером, конечно, жили там 1000 уже, да. Вот, 250 рублей. Так, мальчик, давай, проходи. Ага. Идет еще с телефоном разговаривать. Ладно, хоть на громкую, да? Вот. И у меня 40 рублей вода. И вода у меня там что-то 5-6 кубов. Ну, 200 рублей. Когда 230, я вообще смеюсь. Я говорю, у меня вода дешевле, чем мусорка, представляете? Вот. А потом свет. А свет занимает всю оплату коммуналки. То есть это может быть и 2000, и 3000, и 4000, смотря что ты будешь, как ты нажгешь, да? Поэтому вот эти обогреватели, они очень дорогое удовольствие. Они очень много берут энергии. И мне соседка говорит, а я уже 2 года на эту ситуацию смотрю и изучаю ее. Ну, как изучаю, знаете, где-то спросила, где-то в интернете почитала. Не, вот так, едет у нас там газолист. Залез, но мы тебя пропустим, я думаю, давай, едь спокойно, вот как всегда. Пускай едет он, потому что вот это хорошая дорога, а там плохая. Вот, и она говорит, а мы, говорит, в том году перешли на кварцевые обогреватели. Но я говорю, я знаю, что это такое, кварцевые. В общем, друзья, одним словом, говорит, они очень выгодные, выгодная тема по электричеству и хорошо обогревают, не знаю. Она мне скинула ссылки на ВБ, я их заказала. Будем эту тему с вами изучать, и вообще я скажу свое мнение, как они будут обогревать. Значит, в своем доме нужно все иметь. Почему? Потому что бывает отключают свет на день, на два. У нас ураганы, у нас может быть дождь, у нас может быть и снег. В зимний период времени у меня, я достаю, допустим, газовую печку балу, ее подключаю, и все ок. Ну, дровишками особо не натопишься. Знаете почему? Потому что дрова у нас тоже здесь дорогие, очень даже. Я даже сейчас не знаю, 2 года назад сколько кубов было? 2 куба 15 тысяч, что ли, стоило. Ну, в общем, как-то так. Так, мы подъезжаем уже на ВБ, там я встану. Угу, есть местечко, чтобы поближе. Дочка уже тоже не последний заказ свой сделала, что там ей надо. Потому что уже на следующей недельке она отчаливает. Так. Угу. Там, кстати, очки какие-то новые у меня пришли. Померяем сейчас.
Так, ну что, друзья, мы подъехали на ВБ. Сейчас посмотрим, что у нас там пришло. Подожди секунду, да, я вот это проверю последнее. Все. Друзья, мы приехали на рынок Тащана К. И сейчас мы посмотрим, какие там цены на рынке. Проходим мимо донских станиц и идем, где овощи, фрукты. Дочка захотела кукурузу, хотим купить. Кукурузу, а что ты еще хотела, я забыла. Купили контейнеры, вы видели в Валбересе, для того, чтобы она с собой инжир взяла. А еще я взяла вот эти коврики, девочки, это ванну перед ванной. Картошка по 70, лук 50, да, перчик 150.
Яблочки 150, сливы 160. Цветочки. О, розочки красивые, смотрите, какие розочки. Вот, видите, сколько кукурузы в початках продают. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Какая цена? Нет никого? Какая цена? 50. 50 рублей. Ничего себе, была по 40 вроде как бы. Подорожала, хотя она, по идее, к сентябрю должна дешеветь. И в сентябре тоже. Смотрим. Она еще нашла кукурузу в одном месте. Ого. Ого. Зонтики открывают. Так, здесь 45. А вот 45. И тоже 50. Смотрите, 50 она. 45, а большая 50. А мешок? Но маленькая будет молодая. А вот это будет, какую тебе хочется? Если мешок, то будет типа... А в мешке сколько? Нет, мешок нам откуда? Зачем нам? Можете такую молодую, какую лучше взять? Приоткрою чуть-чуть, я посмотрю, какая она там. Слишком зеленая. Вот эта вот очень большая. Ну да, по 50, в принципе, логично, да? Это вообще зеленая, нет? Даже... Ну да, совсем зеленая. Червяки. Вот эту, наверное, надо брать, да? Сейчас эту возьмем. Друзья, берем 10 штучек. Арбуз 60. А, мы в Солониках взяли обратно, ехали. Арбуз 35 рублей, кстати, друзья, имейте в виду. У мужчины с машины, который там торгует. А здесь 60. Ну, что-то они, конечно, загнули, хочу сказать. Поэтому, друзья, я не люблю этот рынок. Но дочка сюда постоянно меня таскает. А я не люблю этот тащанок. Он самый дорогой считается. Вот еще какая-то маленькая, видите? Кукурузка. Мед. Давайте посмотрим. А, холодный квас, цена, да? Ставка масла по телефону. Кристин, я зайду сюда. Я хочу чай посмотреть. Мне нужно опять взять чай, который от кашля. Краснодарский. И помните, мы с вами брали женское счастье, что ли? Я уже подзабыла, как назывался чай. 225 рублей. А мы брали в рядах у женщины. Сейчас я спрошу, у них есть в мешочках. Нужен чай в мешочках. Фундук 400 рублей килограмм. Здравствуйте. От кашля есть у вас чай краснодарский сбор? Кашля? Угу. Нет, они подписывают прям на мешочке. Нету такого? Смотрите, халва. Так вот, да, есть такой и от кашля, кстати. Сладкий сон? Ой, такого не брали точно. Девочки, сладкий сон. Заманчивое предложение по поводу сна, да? Кстати, брала в таких баночках я мед. Неплохой. 260 написано. Сбор орехов. Там, видите, фисташки королевские. Фисташки я на ВБ беру. Там недорого, в принципе. Нету такого чая, дочь. Надо в ряды идти. Сейчас там пройдемся. Пойдем там, где ряд. В рядах там у женщин. Помните, мы брали? Сейчас посмотрим. Там у них чай хороший. А что ты несешь, только кукурузу? 10 штучек. Нормально. Нам не надо... А, нет, это халяль. Мне не нужно. Я в халяль ничего не беру. Я баранину не ем, потому что ем только свинину и рыбку. И курицу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас сыр, творог, яйца. Что, надо какую-нибудь колбаску тебе?
Ножки. А зачем они нам надо, эти ножки? Вот они, их тут куча ножек твоих. И крыльев тоже. Здесь всегда так вкусно пахнет. Копченые ребрышки. Это я все обожаю, конечно. Я обойду, вам поближе покажу. Там есть кровяная колбаска. Тоже такая. Смотрите, какая вкуснятина. Я вообще давно колбасу не покупала никакой уже. Вон, смотрите. Домашняя жареная 710. Смотрите, какая, друзья, вкуснятина. Вот эту, наверное, точно возьму. Она говорит мне ножки. Копченых нету, есть только крылышки. Ой, перепелочки, смотрите, 1500. Беру, друзья, вот эту колбаску. Кстати, тут и ребрышки такие симпатичненькие. Запах вам не передать, как вкусно пахнет копченостями. Мне сказали, есть ножки. Сейчас покажут, что там копченые ножки. Так, я думаю, две хватит. Они большие. Ага, большие ножки. Две штуки берем. А это куриная, да, рулетик? Да, вот. Нет, вот этот, который... Да. Куриные. Ой, смотрите, друзья, сколько здесь сала. Вот это рай. А сало копченое, да, у вас? Это грудинка. А сало копченое, да, есть? Да. Копченого сала на данный момент нет. Нет, а? Как вот сыровяленое. Да, я вижу. Нет, сыровяленое я не люблю. И такое обычно не люблю. А вот это что за рулетик? А вот это что за рулет? Это свиной рулет. Большой он там? 680, я вам по 600 буду. Ой, а много, наверное. Сколько там? Полкило, да? Нет, больше, наверное. Не, не знаю, будет дочка. А? Ладно, давайте. Я к вам редко сюда заезжаю. В общем, друзья, это рай. Друзья, у меня чек получился на 1420 рублей. Колораж, дом 62А. Дочка спрашивает, что ты, мама, купила? Я купила в итоге один лаваш, две ножки копченые, потом вот этот куриный, вы видели, да, рулетик, и вот эта колбаска. Вот, кстати, если не съедается, можно заморозить и потом позже съесть. Дочка говорит, все вредно. А то мы не вредно, мы столько вредной еды. Сама говорит, завтра пеки блинчики. Сейчас, секунду. Говорит, завтра пеки блинчики мне. Вечером, если будет у тебя время, здесь пойдем, пойдем. Напеки мне пирожков, смотрите. А это, говорит, вредно. А мама вот это раз в год берет вообще. Я вообще это не беру. Друзья, вы же знаете. Но что-то вот, знаете, прям заходишь, и такой запах. 65 арбуз? Ну, куда я сфотографирую? Вам и ваш любимый Тащан ИК. Не люблю его. Вот честно, девочки, мужчины. Здесь очень завышенные цены. 65 арбуз. Нормально. Мы взяли в два раза дешевле. И вкусненький, и шикардосненький. Так, что у нас дальше по плану? Жозефину опять не взяли, потому что у нас тут, видите, беготня вечно по магазинам. По планам у нас сейчас мы едем заправляться газом. Посмотрим, какая цена идет на газ в конце августа. $32.05. Сжиженный газ. У меня сколько получится? 700, а был 650. Подороже. А я даже и не помню, когда тогда было сколько. 650, помню, отдавал, 660. Он, наверное, с сентября подешевеет, да? 700 рублей, друзья. Так что вот, газ в конце августа.
друзья, я вам не показывала, как я готовила солянку, но хочу вот показать, уже она у меня готова. Готовлю я деревенскую солянку. И здесь, в принципе, все по-простому, девочки. Такая вкуснятина. Отдельно я обжариваю курицу. Можно куриные ножки, можно голени, что хотите, да. Далее я на второй сковородке жарю лук, морковку, а также помидорчик, перчик. Ну, в общем, зеленушечка. Дальше добавляю капусту, все у меня тушится. Добавляю томатную пасту, либо кетчуп, если у вас есть. Потом все соединяю. Немножечко водички остается. Мы любим немножечко так, чтобы с подливочкой она была. Вот. И зелень, чеснок, специи, соль. Все, в принципе, по вкусу. Вот такая вкуснятина у меня получилась. У меня очень много получилось. Я очень много делала, потому что дочка говорит, я обожаю твою соляночку. Так что, кто кушает, всем приятного аппетита. Девочки, хочу показать вам, чем я удобряю свои комнатные растения и цветы на улице. Вот я покупала такую смесь «Универсал» удобрение. Концентрированная. Кто со мной давно, вы видели, что в начале июня я покупала как раз вот эту смесь «Универсал». Это не реклама, все куплено за свои деньги, говорю, для Ютуба. Что это такое? Смотрите, очень хорошо помогает, и цветы очень хорошо растут. Значит, «Универсал» с микроэлементами, бесхлорная, безнитратная. 1500 грамм на 50 метров в квадрате. Что там есть? Смотрите. Железо, кальций, марганец, цинк, медь, бор и молибден. Все растения тоже живые, поэтому они тоже хотят кушать. И помимо воды, естественно, мы добавляем корм. Как я его растворяю? Смотрите. Сейчас покажу, какие там гранулы. Смотрите, видите? Гранулированные разных цветов. Такая вот там красивая очень смесь. Я насыпаю. Я насыпаю всегда где-то на глаз примерно. Вот такие вот, видите, красивые такие гранулы. Это кушанье для наших растений. Заливаем кипятком. И какая у нас красивая водичка получается. Я уже, кстати, сейчас очень много подкормила растений, а потом вспомнила, как всегда, про вас. И решила вам тоже это дело показать. Дальше мы размешиваем. У нас получается вот такая красивая, видите, красненькая водичка. Я размешиваю, добавляю кипяточек, а потом разбавляю еще прохладной водичкой. Такой смесью можно, конечно, поливать и огурчики, и помидорчики, и все, что вы выращиваете. Комнатные, уличные растения, цветочки, все, что вы хотите. Что вы выращиваете. Дальше мы с вами добавляем прохладную водичку. И я иду поливать дальше. Напишите, чем вы удобряете свои цветочки и растения.